Больше 160 километров и 100 тысяч рублей. Жительница Барнаула Виктория наспор дошла пешком из Барнаула до Бийска. Финишировала она вчера, проведя в пути 4 дня. Ну все, она это сделала. Дошла девочка. Напомним, поводом для необычного путешествия стал спор. На кону оказалось 100 тысяч рублей. Несмотря на непростые погодные условия, девушка честно прошла весь путь пешком, размещая по ходу фотографии и видео на своей странице в одной из социальных сетей. По ее словам, продуктами и просто добрым словом помогали многие проезжающие мимо. Также Виктория признается, что необычайную моральную поддержку ей оказали подписчики и просто звонившие ей неравнодушные люди. Девушка призналась, что потратить полученную сумму намерена прямо в Бийске.